купили у нас смену, поехали, заправились. Работал я на, получается, на Нахаловке, вот новое поселение. Там. И когда мы выезжали на Сиверса, ну, как обычно, хотели большой, по большому кругу проехать, по квадрату, увидели дым там, одну или две улицы выше. В общем, сильный такой дым. Сразу же поехали туда, я, ну, сразу понял пожар. Туда приехали, там один дом уже хорошо горел, второй уже начинал гореть. И главное, люди стояли, не знаю, там человек 30, и все стояли, снимали на видео все это дело. Ни скорую, ни пожарников никто не вызывал. Мы подъехали туда, я дежурному нашему в рацию передал, чтобы вызывал скорую, пожарную, адрес назвал. Сам машиной патрульной я улицу, проезд перекрыл. И одели броники и побежали туда. Нам просто там женщина как-то закричала, что якобы в дом горящий, забежала женщина и двое детей на руках у нее. Вот. Ну, мы рванули за ними туда. То есть я как бы, я детей схватил, ну, как-то, а напарник, получается, он женщину вытащили. Ну, а сожители этой женщины не успели. Он сгорел в итоге. Ну, у меня первый раз, у меня изначально был еще первый пожар, я был еще стажером. Вот. А у меня, получается, как можно сказать, как учитель мой был, Павел Ковалев. Он проработал там чуть дольше меня. Меня посадили к нему, еще молодой был, ничего не знал. И вот Паша меня обучал всем. И с ним, и еще с одним парнем, с Ромой Красильниковым, мы были на пожаре. По-моему, это год был, 9-й или 10-й, если не ошибаюсь. Тоже на Нахаловке. Горел дом, мы женщину парализованную вынесли. Тоже помогали людям и вещи собирать, и ну, все. Ну, то есть это получается уже такой второй серьезный пожар. Хотя, ну, если память не изменяет, 4 или 5 раз я на пожарах был. Самое такое важное качество, это нужно быть, нужно иметь железные нервы просто. Потому что у нас такие люди, с таким контингентом общаемся. Все пытаются качать свои права и пытаются умничать, и пытаются еще нас учить работать. Причем есть такие, что еще и нагло грубят, там увольняют нас, да я позвоню, там один звонок, ты вылетишь, и как бы нервы вообще нужны железные у нас. Не курящие люди курить начинают нас нашей работой.